Всем привет! Сегодня мы открываем Jewel Case. У меня никогда до этого не было Jewel Case, я очень рада. Здесь все мои три альбома Ordinary. Этот Jewel Case я покупала с рук, потому что я хотела его с Феликсом, так как Феликс мой бес. И мне попался... Я покупала на Джуме, мне попался с Ханом. Я тоже безумно рада, мне очень нравится, как он тут выглядит. И у меня нет ни одной Jewel карты, поэтому я буду рада любому. Вот, особенно Чану, потому что там его карта очень крутая. Давайте начнем с Хана. Так, здесь у нас диск. Он, кстати, фиолетовый. Очень стильно смотрится. Я так понимаю, это вложение, которое только по предзаказу. Или как это? В первом так выпуске, скажем. Очень крутой. Вообще очень. Я прям... Я обалдею с Ordinary. Так, здесь у нас фотобук. И давайте оттуда все выложим и посмотрим сам фотобук. Вообще Джисон. У меня есть только одна его альбомка, вот, которая черная версия. Ой, вот это вообще, это так круто. А это все? Пару страничек. Ну ладно. Так, здесь у меня Хёнлайн. Очень мило. Надеюсь, что здесь будет Макнелайн. Наклеечки. И я пытаюсь ни себе, ни вам ничего не палить. И Феликс! Манифест на Феликса сработал. Все, я счастлива на самом деле. Мне не надо его покупать по каким-то страшным ценам. Так, давайте теперь с Феликсом. Я на самом деле, он мне несколько дней лежал дома, я ждала, когда мне приедет второй, чтобы их вместе открыть. Вот. Открываем. Так, ну тут у нас то же самое, тот самый диск, буклетик, тут ничего интересного. Так, выкладываем все, что там есть. О май гад, Феликс. Блин, я вообще, я балдею. Вот этот образ я не могу. Еще у него были светлые линзы, по-моему, на карточке. Я прям залюбовалась. Так, наклейки. Ну, ладно, ничего страшного, это можно пережить. И карта с Хёнджином. Ну, собственно, ладно, Чан классный, но их я точно менять не буду. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.